Как создать ролик, ничего не снимая? Здравствуйте, с вами канал Бизнес YouTube, и в этом видео я хочу показать вам, как можно создать ролик, ничего не снимая, используя при этом видеоредактор самого YouTube. Итак, заходим на свой видеоканал и кликаем «Добавить видео». Вот здесь внизу есть видеоредактор. Жмем на кнопку «Изменить». Попадаем вот на такую страницу. Как я уже сказала, мы будем создавать ролик, ничего не снимая, используя при этом уже созданные кем-то ролики. Конечно, использовать авторский контент очень нежелательно, потому что за это можно получить в лучшем случае страйк, в худшем канал ваш будет заблокирован. Но мы будем использовать ролики с лицензией Creative Commons. Эти ролики разрешены для использования. Но хочу вам еще такой нюанс подсказать, что если вы используете чужой ролик, точнее фрагмент из него хотите взять, постарайтесь, чтобы этот фрагмент вместил в себя не более 7 секунд. Именно такое время YouTube пропускает, ну можно сказать, не замечает того, что видео не ваше, а уже чье-то. Но в данном случае мы используем ролики, как я уже сказала, по лицензии Creative Commons, то есть разрешенные к использованию. Итак, YouTube мне уже предложил какие-то ролики, но я могу, в общем-то, выбрать ролики определенной тематики и ввести сюда в поиск ключевое какое-то слово. Ну, например, возьмем слово «море» и находим. Смотрите, сколько роликов здесь предлагает нам YouTube по заданному нами ключу. Выбираем те, которые нам нравятся, либо которые нам подходят на ваше усмотрение. Вы предварительно можете посмотреть его, кликнув вот на сам ролик. Просмотрела, например, я считаю, что оно мне подходит. Обратите внимание, навожу курсор на этот ролик, зажимаю левой клавишей мыши и перетаскиваю его вот сюда. Теперь я могу изменить длину этого ролика, соответственно, подвинув в одну сторону, в другую. Здесь же я могу внести какие-то исправления в этом ролике, например, поработать с яркостью и контрастом. Вот бегуночек здесь есть, можно его туда-сюда подвигать, посмотреть, что меняется при этом. Дальше кликаю на рядышком пустой квадратик и выбираю следующий ролик, который мне нужен. Например, вот этот просматриваю. Ну, например, пусть будет, что он меня устраивает. Зажимаю левой клавишей мыши. Так, не всегда получается с первого раза, но вот так. Стал опять-таки. Делаю его покороче. Я могу выбрать, в принципе, либо в серединку какую-то вырезать, либо с конца укоротить его. Это на ваше усмотрение. Далее я хочу еще один добавить ролик. Точнее, часть ролика. Ну, например, вот такое. Немножко сократим. Если я не хочу его использовать, вот здесь я могу нажать на крестик и удалить его. Поищем другое. Возьмем, например, вот этот. Вставили. Опять сократили до нужных размеров. Так, ну еще один для примера возьмем. Такой. Я с этой стороны его уже немножечко укорочу. И вот с этой. Так, 6 секунд. Итак, в данном случае я использовала 4 фрагмента роликов. Вы можете использовать их больше. Теперь я хочу, чтобы мой ролик сопровождала какая-то мелодия. Кликаю на значок нотки и выбираю ту, которая мне нравится. Предварительно я могу послушать ее, кликнув на треугольничек. Нет, не хочу такую, хочу другую. Например, вот такую. Ну, пусть вот это, например, звук поменьше сделаем. Пусть вот это, например, я ее добавляю, кликнув на значок плюс.
Посмотрите, на вторую дорожку с этим же значком стала моя мелодия. Но она значительно длиннее, чем сам мой ролик, поэтому я ее сейчас просто-напросто укорачиваю таким же образом, как мы это делали с роликом. Вот так, чтобы она была наравне с роликом. Хорошо. Что еще я могу здесь сделать? Я могу, кликнув вот на такую бабочку, добавить переходы между моими роликами. Ну, например, выберем вот этот. Просто беру, зажимаю левой кнопкой мыши и перетаскиваю сюда стола. Так, еще один переход. Ну вот, пусть будет такой. И еще один. Так, стоп. Вот такой. Вот стали мои переходы. Какую функцию еще предлагает видеоредактор? Мы можем добавить текст. Варианты здесь предложены, как будет выглядеть наш текст и как он будет появляться на нашем ролике. Я выбираю, куда я хочу поставить текст. Например, хочу, чтобы вот здесь он был, у меня текст. Кликаю на это, на эту часть ролика, текст, и ввожу текст. Текст. Выбираю цвет, задаю для него курсив полужирный, либо курсивом может быть написано, размер выбираю. Здесь же цвет текста выбираю, выравнивание, ну и так далее. Положение снизу, вверху, либо по центру, и задаем. Не забываем кликнуть вот сюда, чтобы текст наш проявился. Вот, видите, что получается у нас. Цвет баннер мы можем убрать. Видите, сейчас без баннера получилось. Либо снова добавить, как вам угодно. Подобрать цвет любой, какой желаете. Итак, когда наш ролик собран, скажем так, мы кликаем на кнопочку «Создать видео» и попадаем на такую вот страничку, где нам YouTube сообщает о том, что идет обработка выполненных изменений. Это займет некоторое время, поэтому что дальше делать, я покажу вам на предварительно созданном таком ролике. Итак, вот такой ролик я создала немного раньше. Обратите внимание на название. Мое измененное видео, оно у вас появится именно с таким названием. Сейчас мы должны отредактировать наше вновь созданное видео. Для этого кликаем вот сюда, на этот карандашик информации и настройки. И попадаем в менеджер видео, где и будем редактировать ролик. Итак, мы дадим ему соответствующее название, то, которое вы считаете необходимым. Здесь добавим описание, и сюда добавляются теги. Также здесь вы можете добавить его в определенный плейлист, задать доступ. Когда все настройки сделаны, кликаем на кнопочку «Сохранить» и можем спокойно просмотреть, что у нас получилось. Вот таким образом вы можете создавать свои собственные ролики, ничего при этом не снимая. Если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в следующих видеоуроках.